каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. С 26 февраля в связи со снижением уровня заболеваемости ограничительные меры на посещение школьных занятий сняты в селе Баянталат Зунхемческого района, в селе Карахоль Байтагинского района, в селе Актурукча Ахольского района, в селах Баянкол и Шамбалы Кызылского района. Карантин с приостановлением учебного процесса с 26 февраля введен в селе Хорумдак Зунхемческого района, в селах Карахак Эрби Кызылского района и селе Булунтерек Чахольского района, в которых количество больных ОРВИ превышает 20% от общего числа учащихся. Карантин в медицинских учреждениях с введением масочного режима продолжается. Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях время работы продлено до 8 часов вечера, включая выходные и праздничные дни. По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Туве с 19 по 25 февраля по республике зарегистрировано 3825 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемиологический порог превышен в 2 раза. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 94%. В лаборатории инфекционной больницы выявлено 19 случаев гриппа. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии 28 случаев. Госпитализировано за неделю 246 больных, в том числе 176 детей до 14 лет. В Кызыле зарегистрировано 1003 случая ОРВИ. Эпидпорог превышен почти в 3 раза. Также превышение эпидемиологического порога 8 раз отмечено в Пихемском районе, в 7 раз в Тандынском, в Чахольском, в 6 раз в Байтагинском, в 5 раз в Кахемском, более 5 раз в Тысхемском, Терехольском и в 4 раза в Кызылском районах. Третья группа новых провокантов здесь, она немалочисленная, потому что она состоит, по большому счету, из одного. Нормативно провокантов, Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. То есть это тот нормативно провокант, который на международном уровне как раз-таки закрепляет права коренных малочисленных народов. И здесь как раз довольно большой перечень прав закреплен, среди них такие, как право на гражданство, право на самоопределение, право на жизнь, фактическую, психическую неприкосновенность, право на принадлежность к коренной общине или народности. И есть еще очень интересное право – право на автономию или право на самоуправление. Правовое просвещение, повышение уровня правосознания и оказание юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Этой теме сегодня посвятили информационно-обучающий правовой семинар с участием представителей 10 регионов Сибирского федерального округа, государственных, надзорных и исполнительных органов власти, а также общественности республики. Цель данного мероприятия – это популяризация тех нормативно-правовых актов, которые есть и, в принципе, должны действовать, но, к сожалению, не всегда наши активисты, это общественность, знают их. И поэтому с Ассамблеей Ассоциации коренных малочисленных народов Российской Федерации мы договорились о проведении такого семинара. В Туве мероприятие такого масштаба проводится впервые. Накануне в республику прибыла делегация коренных малочисленных народов Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. Во главе с первым вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Ниной Висаловой. В Туве проживает больше 50 тысяч. Это коренные народы. Мы вообще в России все коренные народы. Все. И тувинцы, и буряты, и русские. Мы все коренные народы. Но имеет статус коренные малочисленные народы. Вот в вашем регионе тувинцы-тоджинцы, согласно российского законодательства, так как они, этот этнос насчитывает себя менее 50 тысяч человек. Согласно всероссийской переписи населения 2010 года, численность тувинцев-тоджинцев коренного малочисленного народа республики составляет 1856 человек. Традиционное занятие – оленеводство, охота, рыболовство и сбор дикоросов. Напомним, в конце прошлого года глава Тувы Шалбан Караул предложил запустить губернаторский проект с условным названием «Утварь для оленеводческой семьи», который призван облегчить жизнь оленеводам. Для них приобретут снегоходы, оружие и палатки с оборудованием для автономного проживания и ведения хозяйства. Проект планируется распространить на территории Тоджинского района, который считается базовым для оленеводства. Мы слышали об этом проекте. Действительно, это хорошая инициатива, которую мы поддерживаем. И я думаю, что оленеводы Тоджи – одна из уязвимых частей населения республики, которая действительно нуждается в силу своей малочисленности
труднодоступности, отдаленности проживания нуждается в поддержке государства. И здесь правительство, я думаю, действительно очень верные шаги в этой сфере делают. На семинаре также рассмотрели очень важную тему – это возмещение ущерба при осуществлении промышленной деятельности на территориях коренных малочисленных народов. У нас сейчас есть рекомендации. Рекомендована к работе методика расчета убытков от причиненной от хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов коренным малочисленным народам. Но эта методика, которая утверждена уже бывшим Министерством региональной политики Российской Федерации, это уже министерство упразднено, и сейчас оно имеет ряд, конечно, недостатков. Во-первых, методика носит рекомендательный характер. Во-вторых, она рекомендована к использованию в отношении только юрлиц. А как же обычные физические лица, оленеводы, рыбаки, таежники, тундровики, они, получается, выпадают вот, немножечко вот, из этой методики. И сейчас ассоциация активно ведет на своих площадках дискуссии по этому поводу, правовую работу. И я думаю, что мы привлекли ученых, я думаю, мы сейчас найдем какие-то точки соприкосновения с разработчиками этой методики. Мы их пригласили тоже к сотрудничеству, и других ученых пригласили. И я думаю, вместе представители коренных народов, органов власти и ученого сообщества, мы должны эту методику все-таки конкретизировать, совершенствовать, четко прописать, да, что считать, кому выплачивать, каким образом. И самое главное, что, конечно, она должна носить обязательный характер. Завершится работа представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока посещением Дня оленевода в Тужинском районе 2 марта. Тува в тройке регионов Сибири по уровню государственного долга на душу населения, сообщается на официальном сайте Министерства финансов Республики. За 2017 год по показателям объема госдолга в расчете на одного жителя Республика Тува занимает третье место среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по Сибири наименьший объем госдолга на одного жителя в Алтайском крае – 800 рублей. Наибольшие в Республике Хакасия – 45 800 рублей. При этом соседний регион Республика Алтай занимает второе место среди регионов округа – 7 000 рублей. Объем долга Тувы составляет 2 миллиарда 274 миллионов 400 тысяч рублей или 7 100 рублей на одного жителя. В конце года объем госдолга Республики снизился на 424 миллиона и 100 тысяч рублей. В том числе за счет погашения бюджетных кредитов перед федеральным бюджетом и уменьшения привлечения кредитов от коммерческих банков. И о курсах валют. Доллар стоит 55 рублей 67 копеек, евро 68 рублей 66 копеек. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Третьего марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзаны Чалбагол. Частым билей. Чалап турмен. Билеты в кассе театра 2.11.41. Бери и дари. Букеты любой сложности, доставка по России, коллективные и интернет-заявки, королевство цветов, Кичилола 15/1, 8-923-266-0066, потому что дамы этого достойны. Бульдоштың ежіктері. Қандай бұжық сілерінің әт сәвенеріні бүзірілді қамғалар ежіктер. Верной Арсенал компаниясында бар. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены.
Попробуй сытный и по-домашнему вкусный обед в Горыныче. Каждый день новое меню. Приходи на бизнес-ланч с 11 до 15 часов. Кормим за считанные минуты. Титова 57, телефон 30313. Новая схема мошенничества в сети интернет и по СМС. Мошенничество через СМС состоит в том, что в сообщении отправляют информацию, нацеленную на то, чтобы вынудить жертву отправить деньги на счета, на телефон или перезвонить на незнакомый номер. Самые распространенные примеры – призыв о помощи от родственника, блокировка платежной карты, выигрыши в лотереях, требование погасить кредит или вернуть ошибочный перевод. Полиция Кызыла предупреждает граждан о видах мошенничества с использованием сотовых телефонов, СМС-сообщений, банковских карт и интернета. Наиболее распространенным сайтом является социальная сеть ВКонтакте. Взламывает страницу пользователя и под различными предлогами просит занять денег в долг. При таких случаях необходимо позвонить тому лицу, который просит в долг, и уточнить, действительно ли он направлял смс-сообщение. Также наиболее распространенным мошенничеством считается через использование вредоносных программ. Это приходит различные смс-сообщения с ссылкой и пояснением «перейдите по ссылке», после чего доверчивые граждане переходят по ссылке, и тогда происходит считывание информации. Если имеется приложение «Мобильный банк» от ПАО «Сбербанка», то злоумышленник получает данные счета граждан, также персональные данные. По таким сомнительным ссылкам не надо переходить. В случае утери телефона, на котором установлено приложение «Мобильный банк», сразу блокируйте сим-карту и банковский счет, который напрямую связан с вашим мобильным устройством. Звоните на горячую линию банка. В Министерстве здравоохранения Тувы прошло заседание общества педиатров. В рамках заседания были награждены врачи и медицинские сестры лучших педиатрических участков по итогам прошлого года. Были отмечены 13 лучших педиатрических участков республики, достигших индикативных показателей в прошлом году. Это 4 участка Республиканской детской больницы. Также награждены педиатрические участки Барунхемческого межкожунного медицинского центра, Дзунхемческого ЦКБ, Кызылской центральной кожунной больницы, Улухемского ММЦ, Чедыхольского ЦКБ. Дипломом была награждена врач-педиатр Терехольской ЦКБ Алима Кадырол. Все врачи и медицинские сестры лучших педиатрических участков будут поощрены за достигнутые результаты руководством медицинских учреждений. В республике стартовала благотворительная акция «Измени одну жизнь» для оказания необходимой помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского района. На сегодняшний день проводится сбор одежды для детей от 3 до 15 лет, которую можно принести в отделение социального развития, офис общественной организации «Соучастие в судьбе».
ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14, местами до 16-21 метра в секунду. В Кызыле перемена облачность, небольшой снег, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 18 градусов, днем минус 7, минус 9. На дорогах местами гололедица.